Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Нашла интимную переписку со зрелой женщиной. Звала ее на встречу, были видео и фото, ее интимные, они долго общались, я раздавлена. Живем мы 8 лет, в интимной жизни у нас проблем практически нет. Муж говорит, что я ему противна. Я жирная, после родов начались проблемы по-женски, я не интересна ему как женщина, нас связывает только быт. И ребенок. А вот, не знаю, что делать на волосине от расставания. Да, я немножко ошибся, в интимной жизни у нас проблемы, ее практически нет. Вот, ну, собственно, какой ваш вопрос, Валерия? Если вы хотите гармонизировать отношения с мужем, это один момент. Нужно тут будет и над собой работать, и над коммуникацией с мужем. Вот, свои проблемы решить, я имею в виду, ну, ваши собственные, психологические, вот. А если вы хотите расстаться со своим супругом, вот, то мы можем помочь вам пережить этот момент, расстаться, собственно. А с вашим мужем, вот, пережить травму расставания, можем помочь. А, вот, и, в общем-то, опять же, ну, предстоит разобраться немножко в себе, да, почему так получилось, как. Почему получилось так, как получилось, да? В этом смысле. Вот, чтобы, ну, подобного, наверное, больше не повторяло, да? Посмотреть вот этот момент тоже, на мой взгляд, очень важно. А дальше, ну, вы пишете о том, что вас с вашим мужем ничего не связывает, только быт ребенок, так, а вопрос, на мой взгляд, заключается в том, так, а что вас в данный момент удерживает от расставания и за счет чего вы раздавлены. То есть, именно что буквально за счет чего. Вот. То есть раздавленность, она же за счет чего-то. Если у вас нет интимной жизни, если по факту вы с мужем чужие люди, как я понял из вашего сообщения, да, вы пишете, что. А, значит, нас связывает только быт и так далее, то за счет чего вы раздавлены? Вот, или вы, да, когда муж говорит, что вот ты мне противна, да, там, и так далее, как вы на это реагируете? То есть, ну, что вы с этим делаете? Ну, вот, какие у вас были ожидания от мужа, это вот тоже могло бы немножко прояснить ситуацию с тем, как вы эту всю ситуацию видите. То есть, как по-вашему, что по-вашему должен был делать муж, да? Вот. И что по-вашему нужно вам было делать? И делали ли вы то, что вот нужно было, да? То есть, ну окей, вы, там, допустим, вы жирно. Ну, как бы, тут дело, наверное, не в весе, вот. То есть, если вот партнер обращает внимание на вес, то это, наверное, все-таки большая история, это про то, что кроме внешности, да, как-то вот надеться-то больше не получается. Вот. Ну. То есть, по каким-то вот, ну, основанием, да, давайте вот так скажем, вот. То есть, по каким основаниям вы взаимодействовали, когда все было хорошо? Вот, ну и опять же,
то, чего вы ожидали или ожидаете от своего мужа, да, могло бы помочь увидеть в данном случае, что вы хотите. То есть я так понимаю, что на данный момент вы его еще обвиняете в том, что он, что он так сделал, так поступил. Вот. А это понятно, чувство злости, обиды, это понятно. А с этим нужно поработать, да, это чувство нужно прожить. Вот, поработать над вашей самооценкой. Вот, посмотреть, вследствие чего у вас изменился вес, не является ли это вот, как проблемы по-женски и изменение внешнего веса. Изменение веса очень похоже на то, что вы себя защищаете от интимных отношений или от крепких, крепких отношений с мужчиной, либо от семьи. То есть вы, есть возможность такая вот программа, значит, родительский сценарий, запрета на там, создание семьи. То есть, да, это что-то плохое, обязательно. Вот. Понимаете, какая штука. Так что это все нужно поисследовать, это все нужно посмотреть, и, соответственно, уже в зависимости от того, что обнаружится при анализе, уже можно будет в каком-то ключе двигаться, в ключе коррекции, в ключе терапевтическом. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.